Друзья, всем привет! В эфире компания Гренландия, рубрика «Бани». Меня зовут Олег Напольский. Сегодня я вам покажу и расскажу вот про эту чудесную вещь. Это парогенератор от компании Grill-D. Разработан он специально для печей Grill-D Aurora 160 для получения мелкодисперсного пара. Функция парогенератора заключается в следующем. Вот этим местом он устанавливается к раструбу дымохода на печи. Внутри корпуса находятся чугунные шарики, которые нагреваются соответственно. Через эту воронку заливается внутрь вода, которая попадает на шарики и преобразуется в пар. Обратный клапан воронки не позволяет пару выходить через нее. Далее через эти отверстия пар попадает на горячие камни, которые уложены сверху. И таким образом пар преобразуется от камней в мелкодисперсный пар. Вот и логика этого оборудования. Сейчас мы ее установим, точнее его, этот парогенератор, и протестируем. Итак, я извлек сейчас камни с каменки на печи Grill-D Aurora 160. За год эксплуатации мы видим, что красочное покрытие в норме, нету следов ржавчины. Вот тут только есть какие-то незначительные похожие места. Но судя по тому, что вот белый кварцит такой попачканный, возможно, что от воды, которая здесь применялась, возможно, что это и не ржавчина, а вот такой же налет, как и на камнях. Это хорошо. Печка показывает свою надежность в эксплуатации. Вот. Очень полезно было перебрать камни, потому что нашли камни, которые уже треснули, они непригодные. С них будет сыпаться песок, они будут дальше трещать. Ну и заодно зачистим от мелких кусочков и пыли, которая здесь может попасться. Потому что вот эти все мелкие частицы превращаются в песок, которые с паром потом поднимаются вверх, и можно, собственно говоря, этими частицами и дышать, что не есть хорошо. Итак, я разобрал камни, почистил каменку от песка, которая образуется от раскола камней во время эксплуатации. Очень полезно перебирать камни, это можно делать раз в год смело. И сейчас, собственно, чтобы нам легко было к этому месту установить парогенератор и нам не мешало крышка ревизионного лючка, мы сделаем подложку из камней, таким образом обеспечим опору для парогенератора. Друзья, я готов тестировать парогенератор от компании Grill-D. У меня ковшик горячей воды. Заливаем в воронку и наслаждаемся мелкодисперсным паром. Погнали! Пар от первого ковшика выходит обратно, потом все стабилизируется и клапан работает по назначению. Одного ковшика оказалось мало, льем второй. Во! Во! Теперь слышно. Пар пошел в камни. Во! Теперь я чувствую пар. Да. По ощущениям скажу, что он легче, чем обычный пар от камней. Мягче, не обжигает. Может быть, еще недостаточно сильно раскалены камни, но, как мы знаем, париться в русской бане нужно при 60 градусах. Выше для тех, кто уже так любит.
В общем, подведем итоги. Штука классная, вам решать, нужна она вам или нет, потому что сейчас ее цена составляет порядка 6 с лишним тысяч рублей. Я бы взял. Это интересно и это приятно. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк. Хотите увидеть новые видеообзорчики разных штучек для бань и, собственно, сами бани, подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Напольский, компания Гриллландия, с легким паром. И, конечно же, будьте здоровы. Всем пока! Гриль-домики и гриль-беседки. Японские горячие купели Афура от производителя. Подробности на сайте grillandia.rf. Grillandia.rf. Grillandia.rf.